Давай, будем снимать видео. Давай. Привет, привет всем. Вот там камера, Лизка. Мы сегодня играемся, и в процессе игры я бы хотела поделиться информацией о том, без чего маме можно обойтись. Да, Лизочка? Да. У нас очень... Это лопа-лопа-ка. Да. У нас очень много всего. И я хочу еще больше, потому что, честно сказать, я транжирую. Муж это подтвердит. А я богатый. Да. Я люблю покупать вещи. А я Робокару. Робокару особенно люблю покупать вещи. Очень люблю. Но я Робокару. Не всегда это имеет смысл. Многие, но много того, что есть на рынке, просто трата денег на самом деле бесполезна. И без этого вполне можно обойтись. И можно как-то по-другому что-то придумать. На, складываем магазин наш. Магазин папа сложил. Итак, что не обязательно ложить свою тележку, когда вы идете в магазин? Во-первых, совершенно не обязательно использовать всякие младенческие штуки, ремомасы. Наверное, мамочки задачек говорю. Аккуратно, зайчик, печенька. Мама, не мою. Магазин. Это, во-первых, домашний. Специальные средства для чистки ушей, соплеотсосы, коконы для сна, какие-то такие примочки. Да, это все облегчает жизнь, но оно не необходимо. То есть нос я чищу свои двухтысячные ночки, кто сейчас там спит, ватные обычные ватные палочки. Уши тоже, в принципе. Сделать и кокон легко при помощи вот даже подушек и одеял. Ну, это Мишка. Да, Мишка любимая. Стоит оно все достаточно дорого на самом-то деле, а отнюдь не является необходимым. Давай складывай дальше, любимая. Вот тетя пришла в магазин. Дальше. Можно обойтись без специального детского питания. Да, честно, можно. Его не обязательно покупать. Конечно, это упрощает жизнь, эти маленькие. Я бабище. Памперсы нужно покупать, Лиз, как раз. Да, бабище. Да, красивые баночки, яркие, с красивыми, аппетитными фруктами, овощами, которые нужно только чик-чик открыть, и можно уже использовать, очень удобно. Но они же стоят настолько дорого, что... Я моя баночка! Несколько баночек можно купить килограмм мяса и накормить всю семью, на самом деле, котлетами и пельменями. Я Алисочке ни разу не покупала это питание. Мы, когда Мона, когда только водится, прикормим, ну, тут просто яблочко натерел, покормил, морковку натер, покормил, кабачки отварил, натер, покормил. Очень быстро. Пока варится чай, заваривается, например, чай, варится кофе, можно приготовить ребенку первый прикорм. Что ты строишь? Машина такая. Когда уже более сложные блюда, когда уже водится мясо, супчики, я починю, все. То я тоже делала так же, просто отваривала, стерилизовала маленькие баночки, типа как от икры, такие малюсенькие. Туда закрывала сама супчики-пюре, и, в принципе, Алиса на этом выросла. Почему мне это нравится больше? Потому что, во-первых, вот твоя башня, кстати. Ты точно знаешь, что в этой баночке. Вот точно, что там только морковка, только, например, индюшка, только брокколи, что там нет никаких других продуктов. Это дешевле, гораздо дешевле. И как бы все равно мама всегда готовит кушать. Ну, в основном, всегда. Ну, кто мешает поставить еще одну просто кастрюльку и сделать это своему ребенку? Не питаться же малышу консервами, на самом деле. Нет. Это очень удобно, конечно, в дороге где-то, в условиях путешествий. Это котик тебе. Котик у тебя, да, котик. Но в быту, мне кажется, можно обойтись. И третья вещь, без которой вполне можно красиво и счастливо жить, это всевозможные наборы для творчества. Как они дорого стоят и как я их все хочу. Ты куда ушла? Мультик Бэби Эйнштейн нашла смотреть. Когда я захожу в какой-то магазин детский, я просто хочу купить эти все красивые коробочки, которые с инструкциями, которые обещают незабываемый досуг с ребенком, в которых можно делать всякие браслетики, слепочки, аппликации, рисуночки, статуэточки, ну, куча всего. Но, опять-таки, это не вещь первой необходимости. Почти все. Лички.
всегда. Почти все там можно сделать дешевле дома. Например, пойдо, мы покупаем, конечно, пойдо. Но когда его нет, ну, заканчивается, потому что последний расходный материал, я просто делаю тесто соленое с красивыми красителями. Все, пойдо есть, безопасное, красивое лепится. А также касательно слепок ладоши для своих девочек, мы это сделали сами. Мне покупали особый набор. Чи-чи-чи-чи-чи, не пакать. Мы сами сделали слоеное тесто, запекли в духовке, у нас вышла красота. Видео где-то есть там в перечне, как мы это делали. Пожалуйста. Сядь-ка, принцесса. На, гляди. Что касается всяких бус, браслетов, у меня, ну, как у любой другой девушки, есть очень много бус, сережек по одной, что-то порвано, что-то... Все идет в дело. Реально, все идет в расход, и мы наконец-то это используем. Также, вы же башня стоит, Лиса, мы не играем в Лего, да? Тоже касается, например, аппликаций. Я все журналы, которые на выброс, сначала их вырезаю, там все красивое, мы клеим, ляпаем, что-то придумываем, все. Интересные аппликации делаем с применением обычной каши, обычной крупы, там, любая. На клей посадили, посыпали, все красиво, творчество, развивается воображение. Можно, можно все делать. То есть я не против этого всего, этих всех вещей, но просто цена среднего набора 200-300 гривен. Цена билета в зоопарк киевский 80 гривен, да? Как бы я за эмоции. Сейчас тобой займусь. То есть мне гораздо, мне кажется, важнее повести ребенка, чтобы он порадовался, побегал, получил новые знания, вышел из дому куда-то в небанальное место, чем, ну, вот, заниматься таким. Поэтому вот такие у меня предпочтения, скажем так. Если есть у вас какие-то еще идеи, на чем можно сэкономить, еще можно обойтись, пожалуйста, пишите, будем рады в комментариях. Ну, пока-пока. Скажи пока-пока. Пока-пока. Ты зайчик.